Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот кучка небольшая посылок. Начали потихоньку идти они. Вот, говорят, на почте там привозят все больше и больше паков, разгребают. Ну, в общем, давайте посмотрим, что пришло. Это у нас, по-моему, давайте сразу откроем. Первое, это с AliExpress вроде. Стекло для Mi 4C. Ну, будем проверять. А, нет, это не с AliExpress, это с JD или не с JD. Да, ну не похоже, чтобы это было с JD, но я сверю, ссылка будет в описании. Это, ну, прикольно сделано все, вроде заказывал на JD, но надо проверять, точно будет в описании. В общем, такой чехольчик, именно просто корпус. Вот, прикольно все сделано, вроде неплохо. Небольшой запах такой резины есть. Далее еще один, это уже с GearBest. Это набор для, маникюрный набор. Там ножнички, всякая фигня. Вот, сделан вроде бы так неплохо. Вот тут какая-то ниточка торчит. В принципе, материалы такие, ну, пинцет он как из фольги сделан, мягкий очень, остальные инструменты более-менее, щипчики это то, что самое вроде прикольное и надежно сделано из этого набора, ну, более-менее такое. Вот, ножницы у меня сломались сразу в обзоре, вот, я попробовал, вот, они эти сломались сразу, то есть ножницы никудышные. Вот такой вот набор никудышный. Вот, сама коробочка прикольная, но кнопка тоже, она как из фольги сделана, и я думаю, что долго она не проживет. Вот, уже было у нас в обзоре, поэтому мы откладываем. Далее, вот это, я так понимаю, Light in the Box. Я заказывал две банки, два пауэрбанка, вот Xiaomi, Xiaomi-шных. Давайте на них посмотрим. Да, Light in the Box, банка одна, вот и здесь еще должна быть вторая банка. Шли они долго, не трекались вообще, трек мне дали там через 2 недели, ну около месяца это все шло, то есть, но у меня, допустим, сейчас есть много бестрековых посылок почтой Азербайджана, которые идут с GearBest больше там 50-60 дней. Эти же дошли около 30 дней, две банки, одна на 10 тысяч мАч, вторая на 5 тысяч. Вот, похоже на оригинал, 10 тысяч это вторая должна быть на 5. На 5 тысяч, все вроде бы как положено, сертификаты, штрих-кода, все должно быть хорошо. Давайте остальное мы распакуем и вернемся к банкам. Вот, тут я не помню, что здесь может быть, давайте откроем и посмотрим. Это, скорее всего, GearBest, потому что положили накладную. Да, GearBest это еще один микрофон-петличка. Вот, с такой обшивочкой. Пакетик порвался. Вот, ну прикольный, обтянутый. Попробуем, потом потестируем. Вот, JD посылка. Опять огромном конверте. И что же у нас здесь? Что у нас здесь? Это у нас еще один чехол. Это для какой модели у нас? Это для Mi 6, наверное. Да, такой же чехол, как вот пришел, из того же материала, только для Mi 6. Такой пластик хороший, Мофи, типа нормальная фирма, говорят. Мофи. Вот, давайте еще раз, вот так выглядит вот сверху. Снизу. По бокам вот здесь у них такие трещины, чтобы он, наверное, в этих местах не раскалывался. Телефон еще не пришел, а чехольчик для него уже есть.
Вот, ну и последняя большая посылка такая на сегодня. Вот. Это, скорее всего, наверное, уже Rose Gall или еще какой-нибудь такой магазин. А, нет, это Gearbest елочки. По-моему, на Gearbest я их заказывал, несколько елочек. И я очень удивлен, что они успели прийти до Нового года. Давайте на них посмотрим. Вот такие вот елочки. Давайте все четыре я достану. И сразу мы все четыре и проверим. Такой запах какой-то сырости. Не резины, не химии, а вот именно какой-то сырости. Вот такие вот четыре елочки. Вот здесь, в этой елочке, севшие батарейки. Давайте посмотрим. А, они просто отошли. Не севшие, а отошли. Сделано все очень простенько, но очень крутые елочки. Смотрите, как они мигают. Классно вообще. Реально бомбовые елочки. Не помню, почем я их брал. Ссылка будет в описании на них. Ну, классные елки, мне очень нравятся. Ну и давайте проверим пауэрбанки, пришли они разряженные или нет. Так, это у нас десяточка, да? Десяточка мишная, все отлично. А, давайте ж включим, проверим. Наполовину заряжен. Мне мой старый тоже пришел наполовину заряжен. Давайте отложим и посмотрим. С виду все отлично. И Миком, все-все-все. Ну, оригинал, то есть точно оригинал, не подделка. Вот. И в коробочка все... Точно не подделка. И пятерочка. Пятерочка в два раза тоньше, в два раза меньше, но по ширине такой же. Видите, смотрите, в сравнении пятерочка как выглядит. На 5000 мАч. Вот, оба серебристые. И здесь выгравировано значок Mi, а здесь он нанесен, то есть краской нанесен сверху. И давайте посмотрим. Тоже до половины заряжен. Напомню, это из магазина Light in the Box. Покупал я их, по-моему, десятку за $13 или 14, что-то такое. А этот за 7, по-моему, 7.60 или что-то такое. Вот, ну, ссылки все есть в описании, в группе в Телеграме, это все у нас как бы есть. Давайте еще раз ближе все подвинем, что у нас пришло. Сегодня посмотрим на это все. Елочки расставим покрасивее. Вот, вот такой сегодня набор посылок. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. До новых встреч и удачных покупок!